А вот теперь встречаем и запускаем трек. Мотой Рюко. Вот она какая. Академия Ханнодзи. Поприветствуем президента студсовета госпожу Кирилл Сацуки. Ура! Слыхала, ты здесь всем заправляешь? У меня есть к тебе разговор. Это половина чертовски больших ножниц. У кого вторая половина? Кирюин Сацки. Что? Если хочешь знать ответ, задай вопрос в бою. Даже смотреть жалко. Мог бы не... Наконец-то бой стал интересным. Думала, с тобой можно повеселиться. А ты просто дура, которая понятия не имеет, как обращаться с ножницами. Прости меня, отец. Практически узнав, кто тебя убил, я... Если бы я была сильнее... Я запомню этот день, Мотой Рюко.